Опускаешь на клавиши руки, волшебство совершается вдруг, и рождаются чистые звуки, серебром рассыпаясь вокруг. Дождь и снег будут сыпаться с веток, будут люди опять и опять из роялей, как будто из клеток, птицу музыку в мир выпускать. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, участники и гости 23-го областного конкурса музыкального творчества детей и юношества «Талант, музыка, дети». Рады приветствовать вас в Рябушском областном дворце творчества детей и молодежи имени Виктора Петровича Поляничко. И сегодня 23-й областной конкурс посвящен Всероссийской неделе музыки для детей и юношества. Сегодня наш концертный зал собрал всех, кто не представляет свою жизнь без музыки, кто понимает, что музыка способна рассказать о самых тонких оттенках человеческих чувств, мыслей, переживаний и настроений. В этом году областной конкурс детей и юношества «Талант, музыка, дети» проводится по 4 номинациям. Вокал – популярная песня, академический вокал, народная песня, инструментальная музыка. Участниками конкурса стали 455 человек из 27 территорий Оренбургской области. Конкурс проходит в 2 этапа. На заочном этапе были выявлены дипломанты конкурса и финалисты, которые будут бороться за звание лауреатов сегодня на очном этапе. Вас приветствует начальник отдела дополнительного образования Министерства образования Оренбургской области Александра Анатольевна Чупина. Рада приветствовать всех участников и гостей нашего областного конкурса «Талант, музыка, дети». Ежегодно, вот уже свыше 20 лет, сюда приезжают юные дарования из различных муниципальных образований городов и районов нашего Оренбуржья. Наш конкурс, несмотря на то, что творческий, но это все равно соревнование. А вам, как настоящим спортсменам, помимо мастерства и профессионализма, которому вас научили ваши педагоги, еще понадобится и упорство, воля к победе, смелость. Поэтому я желаю всем вам, ребята, чтобы сегодня у вас были самые яркие выступления, чтобы у вас были только положительные эмоции, полета вам творческой фантазии. Ну и, конечно же, чтобы этот конкурс стал пусть маленькой для кого-то, а для кого-то и не очень маленькой, но ступенькой вперед и в будущее в вашей длинной и, несомненно, счастливой жизни. Удачи всем! Спасибо вам большое, Александра Анатольевна. Примите, пожалуйста, эти цветы. Уважаемые конкурсанты, для вас с показательным номером выступает обладатель Гран-при областного конкурса «Талант, музыка, дети» 2016 года, лауреат всероссийских и международных конкурсов, ныне студент педагогического колледжа Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей Илья Доброскокин, руководитель Галина Васильевна Игнатова. Свадебная казачья песня «Ой, прилужку, прилужке» в обработке Николая Малыгина. Встречаем, Илья Доброскокин. Илью аплодисментами.